Здравствуйте! Вы на канале «Модные практики». С нами сегодня Инга, и мы делаем вторую примерку нашего жакета, который мы долго ждали. Так. Всем привет! Рада быть в этой студии вместе с вами. Я вернулась из поездки, и вот мы продолжаем заниматься моим гардеробом. Да, уже мы читали комментарии, что вы нас потеряли с этим жакетом, но мы не могли без Инги сделать. Смотрите, сегодня мы вам показываем вторую примерку. Мы уже обработали карманы, воротник вшили, потому что мы, как вы помните, мерили макет на Ингу быстро перед поездкой. Ну вот, посмотрите, в принципе, вот у нас выточка расположена на месте, плечо на месте. Единственное, что хотелось бы поправить, это, вот посмотрите, сильно такая широкая головка у рукава. Охота немножко вот тут вот снять излишек. Ну, длина, Инга, как тебе рукава? Мне хорошо, комфортно. Ну и немножко, когда вот мы снимем, еще вот тут вот подправится немножко. И вот эта линия выровняется переднего шва. Так, вот посмотрите, спинка. Жакет такой у нас не приталенный, достаточно свободный. Фиксируется пояском. Поэтому, ну вот тут вот небольшие заломчики. Еще охота в этой области немножко вот поправить пройму. И я бы, наверное, еще... Сейчас Инга повернется к вам. Вот хочется линию плеча немножко, ну, на 0,5 поднять, потому что плечи как будто такие, ну, расхлябанные, что ли, немножко. Охота чуть-чуть приподнять, да. Ну, а в принципе, все остальное, длина, вот карманы, уровень карман. Карманы у нас немножко так занижены, они и на эскизе были такие. Ну, вот у нас по модели и длина, как бы. Мы, помните, добавили 6 сантиметров. В принципе, она подходит Инге. Сегодня мы не планировали сниматься глобально, да, это просто все получилось внезапно, экспромт, но вещь сидит идеально, как я считаю. Очень нравится, как смотрится, очень мягкая, как мы и хотели, да, то есть осталась эта мягкость, которую мы планировали сохранить. Да, мы проклеивали очень тонким клеевым, 20 грамм, по-моему, на метр, и поэтому жакет весь мягкий, держит форму, ну, вот тут подборд, как бы потолще немножко клеевая, остальное он весь мягкий, несмотря на то, что проклеена полочка. Вот говорю, единственное, вот в районе плеча и... немножко охота по окату забрать рукавчик. В принципе, вот тут вот ширина достаточно комфортная Инге. Да. Поэтому немножко вот головку снять. А так, смотрите, я еще вам покажу потом на столе. Да, сегодня будет эксклюзивная примерка, когда вы увидите на столе изделие в процессе работы, да, то есть покажем все шовчики еще, да, подробнее. Да, пока еще не запакованное изделие полностью. Вот спинка достаточно свободная, видите, вся свобода фиксируется небольшим пояском. Мы, наверное, сделаем шлевки, да, Инга, чтобы пояс... Думаю, да, да. Поэтому можно еще вот наметить примерное расположение шлевок. Тоненькие шлевки, чтобы пояс не терялся в процессе. Так, мы немножко перекрутили его. Ну, кстати, это наши мягкие ткани, кашемиры из тканевого бутика. Ткань просто потрясающая, очень комфортная, приятная. Да, вот тут булавки, поэтому еще немножко морщит. Когда мы закрепим вторую часть, ну, я думаю, тут все должно сесть идеально. Что... Также хотели рассказать, что у нас есть специальный курс, где мы показываем очень подробно изделие классический жакет от моделирования до пошива. То есть те, кто имеет этот курс, могут сшить уже вот и, ну, такой, любой, да. И такой жакет по тому курсу. Да? То есть пошив там одинаковый. Да? В принципе, то есть мы просто, да, просто другое моделирование. Да. Так что приобретайте, смотрите, изучайте наши курсы. Рада, что вы с нами, конечно. В общем, очень комфортное изделие получается. И самое интересное, что хочу сказать, что всего лишь вторая примерка, и уже так хорошо все сидит. То есть практически ничего не поправляли, ну, да? То есть, да, немножечко здесь и все. То есть я реально приехала, мы посмотрели, конечно же, примерили до этой примерки, но мы ничего не меняли. Не то меняли, есть вы увидели, да, вот реально вторую примерку, как она есть. Поэтому наконец-то долгожданный наш жакет мы дошьем. У нас будут новые жакеты
Совсем скоро мы снимем с Наташей специальное видео, где мы расскажем о наших новых тканях, где я расскажу о своих идеях, что мне хочется, там будет много всего интересного, так что следите, ждите и пишите, что вам интересно, какие пожелания, комментарии. Ну, я думаю, Ингу теперь мы можем отпустить, а остальное мы покажем уже на столе. Все, всем пока, до встречи. Итак, мы померили наш жакетик на Ингу и хотели в этот раз показать на столе, как выглядит жакет на вторую примерку. Смотрите, мы обработали уже карманы, стачали все швы, потому что, ну, как я уже повторюсь, мы мерили макетик на Ингу и были уверены в ширине. Смотрите, подкладка у нас тоже вся уже обработана. И вот только не зашит низ остался. И рукава, плечики можно убрать. Рукава у нас вметанные еще. И чтобы подкладка не мешала, во время примерки мы вот так вот ее тут вот наметываем. Ну, крупными стежками, чтобы она не болталась внизу. Я еще вам хотела показать вот этот момент. Вот у нас проходит выточка. И многие спрашивали, как будет подборт выглядеть. Давайте мы еще пока можем вывернуть наш жакет. Вот смотрите, у нас полочка. Может, конечно, такой вид не очень красивый сейчас. Вот наша полочка, полностью проклеенная. Вот тут мы еще укрепляли трикотажной клеевой. Вот наша выточка. А подборт у нас гладкий, без этой выточки. Эта выточка закладывается вот сюда вот, вместо притачивания подборта с подкладкой. Раствор выточки переносится сюда, в этот шов. И вот этот объем весь закладывается в этот шов. Ну все, вот я думаю, все понятно как бы. Примерка, я считаю, что прошла у нас хорошо. Мы можем дошивать наш жакетик и показать вам обзор готового изделия на Инге. На этом, я думаю, наш урок закончен. Пишите свои комментарии. Что вы думаете о нашей второй примерке? Очень интересно читать ваши комментарии. И ставьте лайки. До новых встреч. Пока.